вижу Гэба, железного человека. О, а кто этот новенький? Паучок! Это меня, мне пора. Короче, сейчас такое было. Я тут подрался с Капитаном Америка, стырил его щит и... Ой-ой, все, мне пора. Это был такой крутяк, нереально. Мистер Старк такой, паучок. Я подлетаю, хватаю у Гэба щит и такой, эй, привет, народ, иду. Привет. Здесь тонкие стены. Толстосумы вроде Старка плюют на нас. А мы подбираем за ними объедки. Пришельцы используют прочные сплавы. Нужно узнать их состав. Мир меняется. Пора и нам измениться. И когда новая сходка? Новая миссия. Мы позвоним. Думаю, с небольшой помощью ты станешь полезным команде. Это не обнимашки. Я дверь открываю. О. Все, на выход. Удачи. Кто-то собирает инопланетные обломки после битвы Мстителей и создает смертельное оружие. Это мой шанс проявить себя. Нет, 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 нет! А если бы кто-то погиб? Виноват в этом был бы только ты. Ты должен быть лучше. 8 лет не слома от этих клоунов из башни Старка. И тут появляется эта мелкая блоха в красном. И хочет разрушить все, что я построил. Мне еще нужно загрузить в самолет новое оружие для Мстителей. Мы выдавим их из бизнеса. Мы соберем все, что у них есть. А ну не суйся! Человек-паук. Возвращение домой. Его ты тоже знаешь? Я стырил его щит.